музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Галахов. В нашей сегодняшней передаче мы познакомимся с еще одним замечательным коллективом, исполняющим духовную музыку. Это вокальный квартет «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря. Репертуар квартета состоит из православных духовных песнопений, из народных песен и романсов русских композиторов, произведений зарубежных авторов и своих собственных сочинений. Произведения исполняются акапелла, то есть без инструментального сопровождения, и почти все они звучат в собственной обработке квартета и широко известны многим любителям православного духовного пения. Послушаем сейчас в исполнении квартета «Притча» фрагмент песнопения Павла Григорьевича Чеснокова «Покаяние, отверзи мне двери». Вокальный квартет «Притча» был создан в 1992 году. Ансамбль стал неотъемлемой частью духовной жизни Раифского монастыря с первых дней его восстановления. Сама эта обитель очень древняя. Основание ее положил иеромонах Казанского Спасо-Преображенского монастыря Филарет, когда построил в лесах, недалеко от Казани, на берегу озера, Раифскую пустынь в 1613 году. С началом Возрождения почти уже полностью разрушенной обители в начале 90-х годов началось и создание этого певческого коллектива. Сейчас послушаем произведение Александра Архангельского «К Богородице прилежно». Поет вокальный ансамбль «Притча». Peace.
Почтися, понімаєм, почтися, понімаєм, почтися. Представим теперь состав квартета. Это регент, отец Сергей Уренцев, он же второй тенор и художественный руководитель квартета. Его задача входит как подбор репертуара, так и обработка православных песнопений. Далее первый тенор Александр Тимираев, баритон Денис Осянин и бас директор квартета Федор Гарипов. Основная деятельность квартета – это участие в богослужениях, сохранение и развитие русской православной певческой культуры в России и за ее пределами. Поэтому квартет занимается активной концертной и миссионерской деятельностью. Послушаем сейчас в исполнении квартета «Притча» песнопение Ступницкого «Хвалите имя Господне». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Вокальным ансамблем «Притча» записано уже 7 альбомов духовных песнопений. Особенность пения «Притчи» — это насыщенность голосового аккордового звучания, характерный тембр голосов, чистая интонация, переплетение голосов порой напоминают звучание струнного квартета, а порой органа. Это не случайно, так как обработки произведений осуществлялись с учетом диапазона и тембрального сочетания голосов именно этих участников квартета. Одно из таких известных песнопений мы сейчас послушаем. Дмитрий Степанович Бортнянский «Под твою милость». Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.